Дима. Кирилл. Что? Девчонки, еще одна пара. Ой, а у нас нет, не надо. У нас уже мальчик. Пошли, мальчик, иди сюда. Колбасу. Все, больше пар не надо. А где? Женя. Ну что, у меня скажите теперь только честно. Мальчик, иди сюда. Вот вы сюда вставайте. Скажите мне теперь только честно. Вы готовы все? Вы готовы смотреть наши вождения? Вы готовы смотреть наши вождения? Абсолютно любое. Может, вы разденете для начала? Футболочек там все-таки. Не будете, да? Хорошо. Давайте раздеваться. Нет, ну это еще не желание. Это еще пока так. Слегка, Елена, боже мой, у тебя микрофон гается. А тебе не жарко, Сидрей? Пытается. Но вы готовы смотреть наши вождения? 100%. Хорошо. Я не понимаю, сколько можно жить, любя.